Автопарк республиканской столицы пополнился 19 автобусами. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов вручил ключи директору Черкесского пассажирского автотранспортного предприятия и лично протестировал новую технику. Подробности у Али Баташева. Выстроено в одну линию, как на параде. 19 единиц техники отечественного производства. Это 15 автобусов «Ситимакс-9» и 4 автобуса «Вектор Next 88» Павловского завода. Водитель из Хакпхешхов за рулем уже 24 года и уже успел оценить преимущества новой модели. Лучше по салонам, по ходовой части, камеры, по двигателям. Ну, по всей вероятности, чем тот старый базик, эти превосходит Porsche. Плюсы, да, что новое, комфортнее, не так устаешь. На пазике смену отрабатывал, там то нога, то это. А это как на легковой машине ездишь. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов лично осмотрел новый транспорт. Затем сел за руль, включил зажигание и поехал по площади. Комфорт и удобство не только для водителей, но и для пассажиров. Просторный и удобный салон, кондиционер, видеокамеры и независимо от модели, в каждом новом автобусе учтены требования маломобильной категории граждан, откидная аппарель и место для коляски с креплениями. Самое главное, что комфортабельные условия – это, опять же, новый виток развития пассажирского транспорта. Пока в городе Черкесской столице у нас планы по развитию и межмуниципальных перевозок пассажирских вот таким транспортом. Отечественный автотранспорт очень современный, кондиционирование, печки, 77 мест с учетом стоячих мест. Для маломобильных граждан все предусмотрено. Но здесь, конечно, мы их получили по программе «Безопасные качественные дороги». Это уже вторая поставка автотранспорта. И впервые получаем, они, по-моему, 10-метровые, да? 10 метров, вот, двухуровневые. Конечно, отдельные слова благодарности нашему президенту. В ближайшее время автобусы выйдут на линию, будут задействованы в северном микрорайоне Черкесска и других пригородных маршрутах. Псыш, у нас ходил один автобус марки «ЛиАЗ» и три автобуса марки «ПАЗ». Ну, с прибытием этих автобусов, значит, уже будет согласование по руководству города. Пазики будем исключать из движения, потому что они уже и морально устарели, и технически уже устарели, приносят свои проблемы. Что касается Николаевское направление, Знаменское, там у нас особых проблем нет, но автобусы пойдут тоже туда, уже более комфортабельные. Только за последние два года в Черкесске на линию вышли 26 новых современных автобусов. И работа в этом направлении будет продолжена. Али Баташев, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия.